маленькая, худенькая. А завтра кто? Это... Как в последний раз сразу не кормите потихонечку? Немножко ей дать, да? Температуру? Дробно. 30-30. Там за тренировку 400 или 500 рублей платишь за объем. Туда на такси, обратно на такси. И вот, вот это все. А тренировка не ловко, скорее всего. Да, не ловко ходили. Да, я две выставки. Еще дороже пошло. Это ж надо же, это же мне платить. Дома ты, я его и такого люблю. Нафиг нам мастер нужен. Лапуля, что моя девочка хорошая собака. Да, нюхает все. Что-то пахнет. Лапа, ты мне что там сюрприз сделала, а? Да. Что-то прям хорошо так запахло. Чижаковная такая. Смотрит. Ложись, ложись, малышка, ложись. Приехала на осмотр. Сейчас посмотрим, что у меня там. Есть отек, нет отека. Получим укольчики. Заходим, да? Ага, все, пойдемте. Кирилл, возьми шапочку и подожди меня здесь, ладно? Все равно утром пустая миска будет. Отдыхай. Лапуля. А, лапуля. Правильно лапку поднимай, не надо на нее опираться. Молодец. Все, погуляй чуть-чуть. Пописай. И пойдем. Зато мы сегодня пришли, она нам хвостиком повиляла первый раз. Да? Хвостиком виляли, скажи. Да. Лапочка. Лапуля, лапуля. Че, Лаврентий, поехали домой? Наступает на лапу, она не хочет ее поднимать. Что делать? Короче, ампутировать? Нет? Думаешь? Лапуля. Ну это плохо, плохо, что она наступает. But all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays. Way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never
drive just to say I'm alright. And for the first time in a long time I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays.